Дорогие отцы, братья и сестры, всех благодарю за общие молитвы. Мы переживаем с вами дни Страстной Седмицы, когда в это время будет предание Господа, избиение, заушение, плевание и самое страшное – распятие нашего Спасителя. Но мы с вами слышали, и в отпусте говорится, «Гряды Господь на вольную страсть». Нашего ради спасения исполняется обетование Божие, то великое пророчество, которого ожидало человечество более 5000 лет. Оно сбывается, и Господь грядет на вольную страсть нашего ради спасения, чтобы спасти человечество, падшее от грехов. Дать все средства ко спасению. И как человек принимает? Мы вчера с вами праздновали вход Господень в Иерусалим. И как народ его принимал? «Осанна Вышний благословен грядый во имя Господне». Принимал как царя-освободителя, но не принял как спасителя душ человеческих. И происходит буквально через 2 дня, на 3-й, распни его, предают его в темницу, совершают судилище, распинают на самом страшном орудии того времени, кресте. И все это совершается одним и тем же народом. Сегодня благословен гряды во имя Господне, а через 3 дня распни. Насколько человеческое естество несовершенно, мы видим здесь, на этом примере.
как переменчивы бывают наши мысли с вами. Здесь мы верим, здесь же тут же можем усомниться и не верить, и тут же можем еще и пороптать, и осудить, и так далее, и так далее. Дай Бог нам не уподобиться тем иерусалимлянам, которые принимали осан на вышних, а потом глаголали «распни, распни». Господь действительно пришел пострадать, совершить миссию спасения, спасти человечество и пострадать за каждого из нас, дабы каждый из нас, имея греховное естество по наследству от прародителей наших, имели бы возможность спасения, имели возможность покаянию, средства ко спасению. А что может быть этим средством? Осознание своих грехов. Увидеть их для начала нужно, ибо не в чем и каяться, если мы не сознаем и не видим грехов. В чем нам каяться, если мы их не видим? А нужно их увидеть душой, сердцем, осознать, и тогда каяться. Но все это Господь нам дал. Дал все эти спасительные средства ко спасению. И от нас зависит дальнейшая наша судьба вечной жизни. По какому пути пойдем? Пойдем за Христом, который ради нас пришел на землю и претерпел все и заушения, и оплевания, и распятия, и избиения, и так далее, и так далее. От нас зависит больше всего. Так что будем особо в эти дни Страстной Седмицы просить Господа, чтобы Господь помог бы нам на нашем жизненном пути исправить путь наш, исправить его, чтобы унаследовать уготованное Царство Божие, ради которого Господь пришел на землю для каждого из нас. Всех вас сердечно благодарю за общие молитвы. Помоги нам в этом, Господи. Это труд невидимый, духовный, особый, очень тонкий, и много трудов и усилий требует от нас. Самое простое, казалось бы, на первый взгляд, избавиться от какого-нибудь греха. Стараемся, постимся, думаем, сокрушаемся, исповедаемся, причащаемся. День-два проходит, и снова увалились туда. Насколько наше падшее естество человеческое, которое не может устоять перед соблазнами мира сего. И как сложно, и как трудно хотя бы один грех какой-нибудь оставить. А как сложно его оставить. Это же сколько трудов нужно поиметь, потрудиться над собой. И вот многие святые отцы советовали памятовать о том или ином грехе, от которого ты хочешь избавиться. То есть держать его пред лицом своим в уме ежечасно, ежеминутно, чтобы не забыть, дабы не согрешить. И пока не утвердишься в этом, памятуй об этом. Это как пример оставления грехов. Дай Бог и нам хоть в чем-то исправиться, в чем-то измениться. Помоги нам, Господи. Всех вас, мои дорогие, еще раз благодарю за общие молитвы. Дай Бог, чтобы каждый из нас, проходя эту Страстную Седмицу, паки-паки, снова и снова еще сокрушился сердцем и душой, переживая события, которые мы будем проходить в эту Седмицу, дабы наша душа отрезвилась, чтобы наша душа освободилась от грехов и достойно встретила Пасху Христову. Храни всех Господь с праздником!